Всем привет! Всем привет! Какое сегодня марта, Даниэль? Третье! Правильно, сегодня у нас 3 марта, мы с Данилюшкой сбежали от мамы. У нас есть такая любимая игра, мы садимся в лифт, уезжаем, чтобы взять машину с подземного паркинга и приехать за мамой, да? А мама нас будет ждать у сердца. В этот момент Даниэль едет на переднем сиденье, пристегнутая, как взрослая. Мы пошлем лифт ей. А мы пошлем лифт маме на какой этаж? На -2 этаж маме пошлем лифт, чтобы она с 15-го быстрее добралась. Да? Да. Мы едем с Даниленком, как взрослые, на переднем сиденье. Да, Данилюшка? Только не говорите маме моей, что я на переднем сиденье. Ну, она сейчас уже увидит. Пересаживаемся. Ой-ой-ой. Данилюшка очень любит лошадей, и мы приехали на конюшню в горке Ленинские. С горками меня связывает очень многое. Здесь я провел много лет своей жизни. Первый раз попал сюда еще с бабушкой и дедушкой в Советском Союзе. Потом очень много времени здесь провел с театром «Диалог». Мы тут и кино снимали, и выступали, и просто отдыхали. Поэтому такое очень место, которое дорого, и с ним связаны самые добрые и приятные воспоминания. И вот мы сейчас приехали на конюшню. Данилюшка увидела лошадей, узнала в них, что там одна лошадь-отвага из отеля «Царьград», где она отдыхала, хотя это не так. Вот, вспомнила мультфильм какой-то про Неллу, по-моему, или про Диего, не знаю, там про Неллу, по-моему, какой-то есть мультфильм, где были конокрады. Сразу обвинила всю конюшню, что они конокрады, потому что там в мультике были люди, которые воровали лошадь в какой-то серии, и они звались конокрады, и с ними боролись добрые герои. Поэтому Данилюшка их обвинила в конокрадстве. Вышло очень смешно. И вот сейчас они идут кататься. Давай я тебе покажу как. Давай. Давай я покажу первый раз, а потом ты возьмешь, Даш. Держи. Видишь? Шифа, шифа. Она так и возьмет. Держи. Не бойся. Кто испугался? Ура! Кали лежит. Да, давай еще, давай вместе. Опа! Дай мне, пока! Мы находимся на канатной дороге, моя мечта исполнилась, я привез сюда Катюшку и малышку. Даниэль, ты боишься? Не-а. О, а мама смело. Боится немного. Смотрите, что они будет. Тоже не боятся. Да, мы смелые. Смотрите, сейчас будет очень страшный маневр. Вот он начинается. О боже, как трясет эту кабинку. Мы сейчас резко взлетаем. Даже наш папа немножко испугался. Да, вот этот резкий взлет такой, ну как резкий, он плавный. Просто неожиданно с земли мы взлетаем очень высоко. Ребята, берите на заметку. Канатная дорога. Я боюсь, что кабинка что-то срутит. Смотри, она сейчас упадет в воду. Да нет. Не упадет в воду. Упадет. Вот упала. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу, не надо такие вещи говорить, мама и так боится. Даниэль, как тебе на канатной дороге? Сейчас нас у кабинку будет в воду. Даниэль, вот ужас. Вот так вот пугает меня дочь.
Кошмар, чернушница ты. Мы стоим над водой. Да, и где же это мы такое нашли место? Поехали вниз. Стрёмненько. А мама в следующий раз будет ехать одна. Она же будет бояться. Я буду этим бояться, Даниэль. Я боюсь одна без вас. Нет. Я только с Маней не боюсь. А это как считается? Это считается типа метро что-то такое на другой берег, чтобы попасть? Мы приехали домой с Даниленком. Привет! Сегодня 3 марта. Да, сегодня еще по-прежнему 3 марта. А Даниэлька быстрее завтра, маму. Завтра наступит 4 марта. А у нас сейчас 3, а завтра наступит 4 марта. Да, вот мой модный блогер Даниленок. И мы с Данилюшкой ехали снова. Она была на переднем сиденье, мы маму высадили. Вот, и сейчас мы поднимаемся домой. Вот таким для нас был этот день. Какое число, Даниэль? Сегодня? 3 марта, а завтра наступит 4. Да, всем пока, а до завтра. А завтра 4, а потом что? Сегодня 8. Пока-пока.